Лобовое стекло. Нет уже полосок разбитых. Ну это ж гораздо интереснее. Красавец наш Тбилисский. Хопа! Опа! Грузинский гражданство. Это наш пропуск в Грузию. В России закон вышел. Если у тебя есть два гражданства, то ты должен оповестить об этом органам. Так что скоро у Георгия уже не знает, что делать. Камера какие красивые. Дипломаты. Нет, это дипломаты. Давай заодно заедем я. Конечно. Да делай дела, Сэй, что ты это? Новая машина вышла только что с конвейера. Заменены стойки, колодки. Все сделано. Лапаш, мапаш. Резиночки, прокладочки. Даже развал схождения сделали. Чисто классическом стиле. Да? Механическом. В старом стиле, да. Тбилиси один сплошной авторынок. Все есть, все что хочешь. Начиная от ВАЗ 2106. Да. Нету только резиночки для бензина. Для бака, бензобака. А вот, кстати, этот рынок, да? Опять на разборе. Вот здесь вот на разборе машины. Все что хочешь, ребята. Звоните мне, если что надо будет там. Тебе тоже там есть деталь, да? Что? Закрыли? А, да, к сожалению. А теперь смотришь, как пахнет от Тбилиси. Надо этот подложить, деревяшку. Давай, будем. Подожди, подожди. Давай подложим деревяшку. Видите, вот.
машина, да, осталась? Правильно. Итак, дорогие друзья, мы приехали на разбор. Вот это, кстати, вообще классно получилось. Не, серьезно, вообще прям тема. Сейчас я вам это покажу. Я пожалел, что первый день Георгий Резович не показал. Давай. Вот это, ребята, реально видео вам понравится. Это реальный рынок на разборе. Где Коба? Здесь мы покупали за 40 лари, за 800 рублей бензобак полностью. Поменяли бензобак у меня, чтобы можно было полный бак наливать. Что-то мы еще вроде здесь брали, нет? Генератор. А, генератор тоже здесь брали, да, Коба? Генератор взяли тоже здесь. Нет, не было здесь. В другом месте, да? А, в другом. Что-то мы еще тут зацепили.